Также на карте могут появляться внешние жилища, их называют нычками, в которых можно покупать разного рода юнитов. И помимо них есть вот такие вот лагеря беженцев. В лагере беженцев каждую неделю случайный прирост юнитов вам дают. В данном случае здесь пришли мантикоры, например, да? С 1 по 7 уровень там разные могут юниты появляться. Также вот сейчас давайте с вами здесь посетим. Смотрите, это внешнее жилище 2 уровня. Оно покупается за деньги. Можно купить сколько вам нужно. Это внешнее жилище 3 уровня, тоже покупается за деньги. А внешнее жилище 1 уровня, они бесплатно собираются, ребят. И с 1 по 4 юниты, они не то что бесплатно собираются и экономят вам ваше золото. Они помимо этого еще и не охраняются. Внешнее жилище с 1 по 4 уровень вы можете бегать и не пробивать внутри. Более высокоуровневое внешнее жилище, ребят, придется пробивать. Сколько юнитов стоит в охране тех или иных внешних жилищ, мы с вами сейчас и рассмотрим. Вот смотрите, есть внешнее жилище 5, 6, 7 уровня. В данном случае у оплота. А также есть внешнее жилище сопряжения. По сопряжению это вообще отдельный разговор, поэтому мы с вами его тоже будем здесь рассматривать. Давайте сразу же побольше героев накупим. Прибежим в гости. Перед тем, как начнем эти внешние жилища проверять. Так вот, смотрите, давайте проверим, сколько в охране находится при пробивке юнитов 5 уровня. Запомните, юнитов 5 уровня надо пробить в охране 9. Это относится ко всем городам, за исключением сопряжения. Вот запомните, пока вы 9-рых не убьете, вы не сможете это внешнее жилище выкупать. Причем пробивать их надо только один раз. Один раз пробили, все, больше их пробивать уже не придется. По крайней мере вам, вашим соперникам придется. Или если у вас это внешнее жилище заберут, а потом вы попытаетесь его вернуть назад, вам опять его придется пробивать. Это тоже одна из особенностей игры. Юнитов 6 уровня нужно пробивать 6. Сейчас вы это увидите, вот их 6. Что тоже не так уж и просто. А юнитов 7 уровня в охране всегда 3. Что сейчас вы тоже увидите. Вот 3 дракона, пожалуйста. А вот теперь давайте рассмотрим отдельный вариант с замком сопряжения. Вот смотрите, юнитов 5 уровня должно быть 9, как у всех, да, но у них прироста больше в замке, чем обычно. Поэтому их здесь, ребят, вместо 9, 12. То есть получается, что на треть больше, да, примерно. Теперь давайте смотреть дальше. Юнитов 6 уровня должно быть 6, да? Смотрите, сколько их будет. 6. В этом случае все совпало. Как должно быть 6, так и есть. То есть запомнили, да, во внешнем жилище земляных элементалей их вместо 9-12, но психических элементалей в принципе совпадает. Вам нужно пробивать точно так же 6. Теперь смотрим на юнитов последнего уровня, 7-го. Огненные птицы, которых должно быть 3. Но нет же, их 6. Их даже не на треть больше, а в 2 раза, ребята. Поэтому придется тоже попотеть, и если многие внешние жилища 7 уровня за разные замки берутся на первой неделе, то, говоря о игре за сопряжение, нычка фениксов берется на первой неделе далеко не всегда, ребят. Это не такое уж и простое взятие.
Но помимо таких внешних жилищ вы можете сталкиваться и с внешними жилищами 8 уровня. Это юниты, которых нет в городе, но которые могут появляться на карте. Вот, например, внешние жилища лазурных драконов. Давайте посмотрим, сколько их будет во внешнем жилище. 3. То есть как юнитов 7 уровня, так же и юнитов 8 уровня появляется в таком же количестве. Сказочные драконы. Смотрим. Тоже 3. И здесь тоже смотрим с вами. Сколько кристальных. И кристальных тоже 3. То есть во внешних жилищах этого уровня вы будете получать по одному дракону, но при этом пробивать придется все равно в 3 раза больше. По 3. И охрана такая же, как во внешних жилищах 7 уровня.